onde somos luz da cor. Hoje tu digamos que as talhas que um beijo em casca e sabor. E a gente se valeu e molha. Volta a coisa por pegar as cor. Não te esqueças da tua família. Hoje na fila da noite está cor. E só me assina a homenagem. И, пожалуйста, Ирис сыграет нам на фортепиано, и потом мы сыграем еще вместе. Нет, потом наш поэт прочтет, и потом мы сыграем вместе. Скажи сама. Давай говори. Называется Entertainment из Бразилии песня. Ирис Сагар. Аплодисменты. Thank you.
Нет, извини, вы сейчас... Ой, простите. Давай ты последний стих, и тогда мы сыграем, и все, и тогда уже покушаем. Обязательно. Главное, да? чтобы перед покушаем. Да. Ладно, тогда новогоднюю сказку пофуфло. Ну, то, что в Новый год приходит Дед Мороз, Снегурочка, я надеюсь, все помнят. Вот. Найдем тогда в нем новогоднего бога. Его. А можно тебе подыграть? Вот, конечно, и главное, чтобы у него получилось. Вот. И вот. Так. Я говорю, найдем место Дед Мороза и Снегурочки. Это недолго, да? 2 минуты. Потому что кушать все хотят. Да, конечно, не больше. Вот, новогоднего бога и его вторую половину. Пусть будет новогоднее. Со всеми попрощавшись, улетел он, но пообещал вернуться в срок, закончив пару самых сложных дел, в которых разбирается лишь Бог. Она просила, задержись на день, в конце концов, возьми же выходной. Устал тобой загнанный олень, из жалости к нему побудь со мной. Но он в прихожей, но он уже в прихожей гасит свет, и шубу запахнул, берет мешок, вернется завтра, через 1000 лет. Работа у нее такая. Бог. Испорчен праздник, не ее вина. Она уже давно привыкла ждать нелегкое призвание, жена. Печально ли, что нет приставки, мать? Есть таковая. Плеснув вина, садится на диван и смотрит, как на елке огоньки, собравшись в разноцветный караван, в ветвях, как в дельте сказочной реки, кружат, уводят, обещая рай. Вдруг все-таки она ошиблась в нем, просила «станься», умолял «не тай». Снегурке же хотелось стать огнем. Любила ли? Не знаю, но ушла. С ним, став забавой детской в Новый год, не жгла себя, откуда же зала? Дела, дела, когда же он придет? Вопросы те же, что и год назад. Не лжет, уходит, потому что ждут. Несет всем свет, ей оставляет и песню, как насмешку, 5 минут. Здесь хлад и лед, когда же он поймет? С ведом богами он спешит, садится в сотворенный самолет. Курс задает на тайники души. Автопилот равняет высоту. Уставший бог глядит на Млечный Путь, и новые созвездия цветут, а может и мерещатся чуть-чуть. Да. Кудесник задремал во сне, она вплетает ленты в русую косу, стучится в дверь. Любимая, жена, тебе в подарок я весну несу. И отворит, простивши, как всегда. А иначе смысла в жизни нет. Он сын зимы, но сам не за льда. Душою молод, лишь по чину дед. Ушел бы на покой нельзя, пока. Замены нет на матушке Руси. Посадка будет, крепкая рука. У трапа ожидает вас такси. От вспышек фейерверков не ослеп, от грохота салюта не оглох. Дивясь, как мир прекрасен и нелеп, идет домой к жене с шампанским. Бог! Это вам чеснок. Спасибо. И это у нас... Представься, пожалуйста, еще раз. Владимир Булгаков. Владимир Булгаков, правильно? Да. Володя Булгаков, но не тот. Он другой. Они где-то рядом.
And we play for you with my friend Kenny. The last one. It is Otelski, Humoresque. And then we can eat. Everybody's. And after concert, if you have on your heart, you can put on the flute box some money, if you have 1 euro or 2 euros, because I have to pay for the rent. Okay. Yes, okay. Пришли, особенно вот, потому что много званых и мало избранных. А вот вы избранные все. Так что спасибо вам большое. Thank you for coming here and enjoying our meal. And we have some stuff, some music. And we can communicate. Have fun.